16 августа у здания Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялся памятный митинг, посвященный 110-летию со дня рождения выдающегося ученого Андрея Трофимука. Имя Андрея Трофимука широко известно среди российских геологов. Всю свою жизнь он посвятил освоению нефтяных месторождений и изучению методов поисково-разведочных работ. На памятном митинге выступил проректор Казанского университета Данис Нургалиев. Он рассказал о главных достижениях ученого, среди которых открытие Дивонской нефти и трех важнейших нефтегазоносных районов – Волго-Уральского, Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского. Это один из самых, наверное, выдающихся выпускников нашего геологического факультета. Значит, правда, он его закончил в 1933 году, еще давно еще, да? Сегодня исполняется вот ему по новому стилю, значит, 110 лет. Вот. И мы проводим вот это мероприятие около доски, которую мы поставили на столетие Трофимука, вот на здание, значит, Института геологии, геологического факультета тогда еще. По словам Даниса Нургалиева, Трофимук внес огромный вклад в развитие нефтегазовой отрасли России. Благодаря ему были открыты скважины-миллионники. Началась активная добыча нефти из дивонских отложений. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.